Великий и ужасный Galaxy A35 2024 года – это, мне кажется, один из телефонов, к которому можно применить слоган «Топ до 30 тысяч рублей». Ну или в районе, короче, 30 тысяч рублей, потому что ценник варьируется. Вы, ребят, смотрите это видео в апреле 2024 года. Ну, ценник в районе 30-ки, вот так вот, что если заходишь в интернет, хочешь купить. Вот так, в обновленной вот этой линейке, скажем так, на конце пятых, то есть там А25, 35, там 55. Короче, от 55-го отличия здесь есть. Сейчас объясню, какие. Вот, допустим, сейчас это тоже резонная тема. Ты себе, к примеру, хочешь взять там Galaxy A55, либо там А35, думаешь, что бы себе прикупить. Так вот, 35-й, что это такое? Это процессор с прошлогодней серии A54. Вот так вот они мутят, да? То есть взяли такой прошлогодний телефон, вроде хорош, да? Процессор, значит, не стали менять и поставили его в новую версию A35, сделали диагональ побольше. Раньше была она 6,4, и теперь у нас 6,6. То есть это, скажем так, что-то среднее, да? Это не совсем лопата, там 6,78, и не совсем маленький, как, к примеру, какой-нибудь там Galaxy S23. То есть это что-то среднее, но зато с мощным аккумулятором в 5000 мАч, да. В отличие от A55, вот вкратце, прошлогодний процессор, 35-й умеет снимать только Full HD на все камеры, если ты хочешь сразу одним дублем все заснять. И только в 30 кадров в секунду, в то время как A55 ты можешь больше использовать для видеосъемки, ну и по фото там тоже получше, потому что здесь фронтальная камера, к примеру, на 12 мегапикселей, а в 55 на 32. Могу тебе посоветовать мой личный Telegram, вот, QR-код, либо ссылка в описании. Сканируй, переходи, подписывайся. Я просто очень увлекаюсь велосипедом и в телеге выкладываю все о своей личной жизни. Так что welcome. Возможно, ты надумал и хочешь купить себе этот телефон, то могу тебе посоветовать магазин онлайн. Там ты можешь купить, ну, в принципе, любые Samsung, хочешь, можешь айфоны, хочешь какие-то планшеты, ноутбуки, гаджеты, наушники и так далее. Вот, магазин проверенный, ребят, онлайн, ссылка будет в описании, либо вот здесь вот сканируйте QR-код. Угу, вы меня поняли? Спасибо, что смотрите нас, поехали дальше. Ультравайт камера в 55-м 12 мегапикселей, а здесь 8 мегапикселей. Вот, и видосики. Короче, на 55-й ты можешь снимать 4К 30 кадров в секунду, то есть сразу запустить широкоугольную камеру, потом переключиться на обычную, прозумироваться, переключиться на фронтальную камеру. Это как бы все вот одним дублем, да? А в 35-м только Full HD 30 кадров в секунду, такое возможно. Ну да ладно, мне кажется, для человека, который выбирает себе смарт, это реально будет вообще... Сломи голову, что тебе нужно, потому что выглядят они все одинаково, реально, потому что даже от существующих флагманов, да фиг отличишь, потому что вот эти вот три иллюминатора и все. Ну, камеры, конечно, везде разные, процессоры разные, и здесь, к примеру, нету там реверсивной зарядки, как во флагманской серии. Здесь не поддерживается там Samsung DeX, то есть такой, знаешь, как полноценный компьютер, когда ты подсоединяешь его кабелем к монитору, мышку, клавиатуру кладешь, даже который подключен к монитору, у тебя просто как бы телефон выступает в роли системника. То есть у тебя операционная система полноценная, ты можешь там 5-6 приложений запускать, браузер, почта, в игры играть и так далее. То есть Samsung DeX это круто, но работает только на S-серии. Ну и плюс еще забыл сказать, что Samsung DeX может быть беспроводным. А то я сказал по проводу. Вот. И как всегда скажу, ребят, что такие видео смотрят люди, кто либо уже купил этот телефон и им пользуется, чтобы посмотреть, что ты купил, либо те, кто хотят только его купить. Если ты относишься к числу тех, кто уже имеет такой телефон, ребят, пишите в комментариях, как он вам, потому что это не опыт использования, я с ним гоняю всего лишь пару дней, и это, скажем так, констатация фактов и какие-то мои мысли по поводу телефона. Хороший, плохой, какие-то нюансы, ребят, выяснились, вот там в комментариях напишите. А человек, который выбирает телефон, сможет и перейти и почитать. А теперь давайте только про А35. Все, хватит сравнений. Это тема для отдельных роликов. Коробочка. Совершенно обычная. В комплекте один кабель идет. Все. Цвета разные. Есть версия на 128 гигабайт, на 256. И классно, что это, скажем так, не то, что прям супер бюджетный телефон, а
Телефон за достойную цену в 30 тысяч рублей от Samsung, именитая компания. Качество, операционка, надежность, поддержка и так далее. Все это дело, конечно, здесь есть. Обожаю Samsung. Вот, и все сам люблю. Он довольно-таки увесистый, большой, да. Здесь 5000 мАч аккумулятор внутри стоит. Зарядка здесь 25 Вт, как и во всей, в принципе, линейке. Это стандартно. Здесь стереодинамики один снизу, один сверху. И это круто, потому что вообще отличий между там А55, ну вот в этом нету. Звучит отлично, дисплеи суперские, AMOLED-овские, 120 Гц тоже. Дисплеи одинаковые, как и в А55. Вот так смотришь, ну красавчик, потому что чисто такой, знаешь, квадратный дизайн. Единственное, вот здесь вот у нас, там где клавиши включения и регулировка громкости, такой небольшой как бы выступ под эти клавиши. Во всем остальном телефон можно вот так вот поставить, он будет стоять на всех вообще поверхностях и ребрах, записывать видосы, снимать видео и так далее. То есть поставил, ну это реально классная тема, когда телефон сбалансирован, его можно вот так вот поставить. Так что, как человек, который снимает там, знаешь, на телефон тоже контент, могу сказать, что это реально клевая тема. Возвращаясь к моменту, что это, знаешь, такой среднебюджетный телефон, здесь есть поддержка карт памяти. Это супер, как и во всей линейке вот этой. А 128 гигабайт купил версию, карточку памяти свою, да даже на 512 поставил, все, вообще проблем не знаешь. Это классно. Но слот здесь гибридный. Либо две симки поставил, либо одну симку и одну карту памяти. Ну, как мы знаем, можно там плюс-минус подшаманить и, в принципе, сделать и две симки, и карту памяти, все можно. По корпусу могу что еще сказать. Никогда бы не отличил, что, знаешь, вот пишут, что здесь, значит, пластмассовая рамка вот эта, да, вокруг. Но, возможно, когда он упадет, тогда это все дело и у нас проявится, потому что в А55, если там доплачиваешь еще там 6, 7, 8 тысяч рублей, все в зависимости, конечно, от цен в магазине, там будет металлическая рамка, здесь пластмасса. Разница вот в ощущениях вообще никакой. Вот так что я вижу. Классный телефон, который уверенно лежит в руке, небольшой, не маленький, что-то реально прям среднее. Классный дисплей по самсунговским меркам. Довольно-таки яркий, но не такой яркий, как там в S-серии. Но на улице вполне себе сойдет. Тут уже Android 14 стоит, One UI 6.1. Супер. По поводу вот фотовозможностей, значит, смотрите. У нас основная камера умеет снимать максимально 50 мегапикселей. Супер. Дальше есть режим веселый. Ладно, пропустим его. Портрет на основную, на фронтальную камеру. По фотографиям у нас есть широкоугольная камера вот на 8 мегапикселей. В 55-м она на 12. Здесь 1, 2, ну и там максимальное увеличение до 10. Режим видеозаписи. Вот здесь вот интересная тема. Значит, если мы ставим максимальное 4К 30 кадров в секунду, мы можем снимать на основную камеру. Супер. Можно переключиться на фронталку и здесь снимать тоже 4К 30 кадров в секунду. Привет. Но если мы хотим, как бы видите, здесь только одна камера доступна, мы можем переключиться на Full HD 30 кадров в секунду, при том в 60 тоже это не работает. Вот, 30 кадров в секунду. Здесь у нас выбор полный. То есть мы начинаем записывать на широкий угол, что-то там показываем, потом на единичку можем прозумироваться, ну и вообще там 10-кратное увеличение, потом опять уйти в 0.5, переключиться на фронтальную камеру, это все у нас как бы один креп, это реально удобная тема. Но здесь это возможно только на Full HD. Ну, в режиме еще, пожалуйста, стандартные темы, которые вообще в любую камеру возможно. Давайте я вам покажу примеры видео, которые мне удалось получить с этого телефона. Пример съемки на 4К 30 кадров в секунду. Вот, здесь переключаться между режимами нельзя. Можно только вот так вот увеличить 10-кратно. Ну, вот вдалеке, наверное, вот так все будет видно. Вот, и обратно возвращаемся на единичку. Если перевернуть на себя, то вот в таком режиме вот вытянута рука, столько все будет попадать в кадр. Вот сами можете сейчас послушать, как записывают микрофоны, качество видео и так далее. Вот, 4К 30 кадров в секунду, такая вот тема. Попробуем так вот макросъемку, насколько близко можно сфокусироваться. Ну, фокус здесь, конечно, отличный. Спору нету. На фронтальную камеру тоже будет записывать 4К 30 кадров в секунду. Вот такое вот качество у нас будет. И, соответственно, какой-то даже вложек-бложек можно там записать. Вот, я думаю, для примера хватит.
В режиме Full HD при 30 кадрах в секунду возможно будет использовать уже и широкоугольную камеру. Вот сейчас вот на нее снимается, соответственно, вот так вот вытянута рука, столько все будет влезать. И это единственный вот вариант записывать на широкоугольную камеру, на обычную, только Full HD 30 кадров в секунду. Вот. Если это не устраивает, то лучше рассмотреть, там, не знаю, Galaxy A55, к примеру, как вариант. И давайте с вами попробуем. Это вот обычная камера, двукратное увеличение и вот десятикратное увеличение вот так вот будет. И обратно. Вот такие вот дела. Можно будет переключиться на фронтальную камеру. Опять же, здесь Full HD продолжает записывать. Короче, какая-то вот такая вот тема. То есть, вроде да-да и нет-нет. Вот. Ну, кому не нужно записывать, знаешь, на широкоугольную камеру, в принципе, там 4К, то и нафиг. Для обычной жизни сойдет. Здесь у нас такой же, как и в A55, Victus Plus стоит, стеклышко. Ну, сзади тоже стекло. Вот, реверсивной зарядки нету, NFC-шка есть, бесконтактные платежи, пожалуйста. Мирпэй поставил, хоть там в Google нету, да в Рустор где-нибудь там скачал и так далее. Подводя итог, телефон хорош людям, кому не нужно там переплачивать, знаешь, за вот эти вот съемки, не знаю, там в 4К 30 сразу, чтобы снимать полностью все. Короче, если ты не делаешь, скажем так, контент, хотя на него тоже, конечно, можно делать, но просто некоторые, знаешь, там вот такие неудобства, да, недоработки, которые в следующих сериях исправили. Это то же самое, как, знаешь, можно сказать, что здесь не снимают на все камеры сразу там в 4К 30, вот, а, к примеру, в S-серии снимают 4К 60 сразу на все камеры, вот так вот. Ну, тоже там, короче, такая тема есть, что, вот, к примеру, S23 не умеет снимать 4К 60 на все камеры, а 4К 30 умеет, вот, а Ультра умеет. Ну, короче, самый топ это Ультра, который умеет вообще все и везде. И дальше все, конечно, по наклонной пошло скатываться. По большому счету, большой разницы между A55 и A35 нету. Я думаю, что отдельный ролик прям нужно записать для людей, кто будет по поиску искать, какой выбрать там 35 и 55, чтобы там уже объяснить. А то тоже какой-то обзор 35 скатывается именно вот в это. Ну, вот что есть в голове, то и говорю, ребят. А вам хочу сказать спасибо, что досмотрели видео до конца. С вами был Илья. До новых встреч. Пока, ребят.